Дорогие друзья, приветствуем вас на канале компании Альфа-Безопасность. В этом ролике мы вам покажем, как спаивается оптическое волокно или оптоволоконный кабель, как его также называют. Для этого нам понадобится магистральный кабель. Он уже у нас готов, зачищен от внешней обтыртки. Пигтейл к абонентской розетке. Аппарат само собой. Скалыватель. Жидкость для обезжиривания и удаления гидрофобного покрытия и инструмент для снятия изоляции. Приступим. Берем первый конец магистрали. И снимаем с него защитный слой. После снятия защитного слоя надо удалить гидрофобное покрытие. Удалили гидрофобное покрытие. Дальше нужно взять скалыватель. Вот, и сделать ровный срез стекла под 90 градусом, чтобы оно также ровно у нас сварилось. Первый компонент готов. Можно его вкладывать в свое место в аппарате для пайки. Со второй частью тут торопиться не надо, потому что требуется, извините, требуется одеть термоусадочную гильзу для защиты соединений с пайки от повреждений. Потом я покажу, что с ней делать. Вот. Зачищаем по примеру первого кабеля, но тут тоже есть внешняя защитное покрытие и внутреннее защитное покрытие. Снимаем внешнее, оно достаточно, можно в большом таком расстоянии его снять. Скажем, вот так вот. Снимаем гидрофобное покрытие и снимаем зачищаем уже само стекло. Делаем все аккуратно, потому что стекло само по себе хрупкое. Проделываем ту же операцию, что и с предыдущим. Делаем срез, ровный срез. Пайки. Укладываем в аппарат, закрываем крышечку. Далее он все делает в автоматическом режиме. Ну вот, наше волокно спаялось. Теперь рассказываю, зачем нужна эта гильза. Она служит защитой вот этого хрупкого соединения, которое мы обнажили от всех защитных изоляций. Открываем место спайки, открываем ту часть аппарата, которая отвечает за термопрогрев. Центруем и отправляем все это в спайку. Закрываем. Светодиоды погасли, гильзочка у нас расплавилась и защитила место спайки от воздействия на него извне. Все, собственно говоря, у нас оптоволоконный кабель спаян. Теперь укладываем его в монтажную коробку.
Либо абонентскую коробку, как ее еще называют. Кому как удобно. Без перегибов, строго по кругу. Для трубочки вот тут предусмотрено специальное место соединения, куда можно ее положить и зафиксировать, чтобы она не болталась. В принципе, и все. Абонентская розетка готова к использованию. Всем спасибо. Если понравилось видео, ставьте лайки.